Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия, это мой муж Айхан. Мы живем в Алании, в Турции. Всем привет, дорогие друзья! И мы рассказываем в наших видео о жизни в Турции и в особенности в Алании. Сейчас мы находимся на пятничном рынке, наш офис также находится здесь. И сейчас мы идем на обед. Покажем вам обычно, где обедают в Турции, как выглядит самый обычный турецкий обед в кафе, какие блюда предлагают, ну и, конечно же, сколько все это стоит. Поэтому идем в традиционную турецкую так называемую столовую кушать, потому что сейчас уже практически 2 часа дня, и мы очень-очень проголодались. Дорогие друзья, ресторан Йеништинен Йери находится в самом центре Алании на пятничном рынке, а именно прямо рядом с магазином Руя Кундура, с магазином обуви Руя Кундура, вы его прекрасно знаете. И пройдя мужской отдел магазина Руя Кундура, вы можете увидеть этот ресторан. Что же есть вкусного в этом ресторане? Конечно же, традиционные турецкие блюда и, что самое главное, очень вкусные блюда по очень приемлемым ценам. Например, суп, цена на суп 8 лир. И владелец этого ресторана Ахмед Бей нам сейчас покажет все блюда, расскажет цены на эти блюда, расскажет про все блюда. И не забывайте обязательно включать субтитры, потому что он говорит на турецком языке. И если вы не понимаете турецкий язык, обязательно включайте субтитры. Я сделала перевод на русский язык. Ресторан называется Йеништинен Йери. Как я уже сказала, все ссылки на этот ресторан в описании к видео. Давайте пройдем внутрь, и Ахмед Уста расскажет нам про все блюда. Вот он, наш повар. И сейчас он расскажет про все блюда, которые здесь есть. Этот ресторан находится на одном и том же месте уже 13 лет. Как вы видите, здесь такая простая обстановка, но, как я вам и говорила, подают очень вкусные традиционные турецкие блюда. Сейчас мы с вами спустимся в кухню, где Ахмед Бей вот как раз сейчас несут одно из блюд. Вот таким вот образом их подают. И сейчас мы спустимся вниз и увидим полный ассортимент того, что здесь есть. Ну, конечно же, большое количество различных блюд. Все эти блюда подают с салатом и с лимоном. И делают все в настоящей печи на дровах. Поэтому давайте скорее спросим у Ахмед Бея, что у них есть. Ахмед Бей, сис харген фарклы каждый день, вот сегодня у нас бугюн позартуси, сегодня у нас вот такие вот блюда, а, например, завтра, в среду, в пятницу или в какой-то другой день могут быть представлены отличные блюда. Поэтому, если вы приходите, например, на обед в этот ресторан даже каждый день, то вы можете попробовать самые разные турецкие блюда каждый день. Поэтому, друзья, меньше слов, давайте скорее смотреть и уже кушать. Семизоту, испанак, испанак, тавук. Burada fırında yapıyoruz. Burada fırında yapıyoruz tavuğu. Bu fasulye, bu fasulyemiz. Bu fasulye, fasulye. Bu salata kebabı, kas kebabı. Güzeldir. Bu tavuk sote, sebzeli tavuk sote. Tas kebabı, pilav, pirinç pilavı, güzeldir. Bu köy pilavı, bulgur pilavı, köy pilavı. İçinde biber, domates, soğan falan var, karışık. Çok güzeldir. Köfte, bunu kendim yapıyorum. Marketten almıyorum böyle, her şeyini kendim yapıyorum. Kıymasını, etini, her şeyini kendim alıp kendim yapıyorum. Bu da tas kebabı, et, bezelye, et içinde. Daha güzel. Bu karışık kızartma. Patates, patlıcan. Bunların hepsini karıştırıyoruz. Ve yoğurt koyuyoruz üzerine. Köy yoğurdu. Orijinal. Yani marketten almıyoruz. Köyden getiriyoruz. O zaman bu ıspanak. Ispanak. Yoğurtlu ıspanak. Bunun yanına biraz da yoğurt koyuyoruz. Güzel oluyor bu. Patlıcan musakka.
kıymalı patlıcan şöyle. Çok hoştur. Bu fırında tavuk. Burada fırında yapıyoruz orada. Ve bu fasulye. Kuru fasulye. Evet. Bu çorbalarımız var burada. Mercimek çorbası. Biraz satıldı. Çok müşteri geldi, satıldı. Bu tavuk çorbası. Şöyle bir karıştırayım. Bunda krema herhangi bir şey yok. Her şey doğaldır. Kemik suyundan yapıyorum özel. Ondan sonra paça çorbası var. Buyurun gelin. Paça çorbası. Şöyle. Kuzu kelle. Kuzu gerdanından yapıyoruz. Paça kelle paça. Bunun içerisine bunlardan koyuyorum. Özel sos. Sarımsak sos. Nane. Nane. Ve pul biber koyduğun zaman daha güzel oluyor. Bunları kullanıyoruz. Bu yemeklerin hepsini genelde fazlasıyla burada fırında yapıyorum. Yani doğal bir ortamda, odun ateşinde pişiriyorum. Daha güzel olsun diye. O zaman daha lezzetli oluyor. Daha hoş oluyor. Mutfağın burası. Her şey doğal yani. Ahmet Usta, siz bu iş kaç senedir yapıyorsunuz? Ben şu anda 47 yaşındayım. Ve 11 yaşından beri, çocukluğumdan beri bu işten geliyorum. Bu işletme kendi dükkanımız ve 13 senedir biz buradayız. 13 yıl oldu. 13 yıldır bu bölgedeki esnaflara hizmet ediyoruz ve paket servisi yapıyoruz. 13 senedir buradayız yani. Paket servisimiz de. Paket servisimiz de var. İsteyen esnaflara gönderiyoruz. Buradaki bölge esnaflara yemeklerimizi paket halinde gönderiyoruz. Böyle özel kaplarımız var. Bunları kapatıyoruz. Korunaklı bir şekilde onları gönderiyoruz esnaflarımıza. Başka burada artı şeyimiz var. Burada lor peynirli makarnamız var. Yemeklerimizin yanında cacık var, yoğurt var, salata var ve tatlılarımız var. Sütlaç var. Fırında yapıyoruz. Fırın sütlaç var. Bunu da normal köy yoğurduna, köyden getirdiğimiz sütlerle yapıyoruz. Yani buradan marketten hazır ürün kesinlikle kullanmıyorum. Her şeyi kendim doğal yapıyorum. Yani katkı maddesi yoktur bizim ürünlerimizde. Ve artı bizim fiyatlarımız şimdi ne olursa olsun yabancılarla karşı da Türklere de karşı standart bir fiyat tutuyoruz. Şimdi ben Türkiye'de aynı fiyatı uyguluyorum, yabancıya da aynı fiyatı uyguluyorum. Bir müşterimiz geldiği zaman herkese aynı standartta, aynı seviyede fiyatlarımızı tutuyoruz. Yani bu kim olduğu önemli değil. Alman olsun, İngiliz olsun, Rus olsun hiç problem yok. Buradaki gelen normal Türk müşteriye nasıl hizmet sunuyorsak aynı şekilde, aynı fiyatla yabancı misafirlerimize de sunuyoruz. Также есть такой турецкий десерт, который называется сютлач. Evet, fırında сютлач. Fırında yapıyoruz. Также делают в печке вместе с грецким орехом. Посыпают вот так вот грецким орехом. Ceviz koyuyoruz. Ondan sonra müşteriye servis yapıyoruz. Tamam. И вот так вот подают. İçindekiler sayılır. İçinde sütten yapıyoruz. Doğal sütten yapıyoruz. İçinde pirinç var. Yumurta sarısı var. Buğday nişastası var. Şekerli vanilya var. Hepsini yapıyorum. Sonra bunu orada fırına veriyorum. Fırında üzerini kaynatıp üzerini kızartıyoruz. Böyle soğuduktan sonra servis ediyoruz. Güzeldir. Bugün ayın 24'ü. 24 Haziran itibariyle çorbalarımız var burada. Tavuk çorbası ve mercimek çorbası var. Çorbalarımızın fiyatı 8 liradır. Burada patlıcan musakka var. Patlıcan musakkamızın fiyatı 12 liradır. Semizotu var, ıspanak. Bunun yanına yoğurt koyuyoruz. Fiyatı yoğurt da dahil içinde, yoğurt bizim ikramımız 8 liradır. Fırında tavuk var. 12 liradır porsiyon olarak da. Porsiyonda 2 tane vardır. 2 porsiyon, 2 adet koyuyoruz porsiyona. 12 liradır. Kuru fasulye var. Fiyatı 8 liradır. Burada tas kebabı var. Fiyatı 15 liradır. Normal fiyatımız. Burada tavuk sotemiz var. Bunun fiyatı 12 liradır. Pilav var. Pirinç pilavı. 8 liradır. Pirinç pilavı da 8 lira. Bulgur pilavı da 8 lira. 8 lira. Ondan sonra köftemiz var. Köftenin fiyatı 15 lira. Kızartmanın pilavı porsiyonu 10 lira. Sebzeli kebap. Kırmızı etlerin
fiyatları 15 liradır. Bugün makarnamız var. Makarna çeşitleri. Makarna çeşitleri hepsi fark etmiyor. Salçalı, fırında hepsi dahil olmak üzere. Onların fiyatı da 8 liradır. Cacık, yoğurt, salata bunlar 6 liradır. Sütlacımız var. Fırında yapıyoruz. Üzerine ceviz atıyoruz. Onun porsiyonu da 8 liradır. Su normal market fiyatındandır. 1 lira. Ayranımız 2 liradır. Kolamız 5 liradır. Şişe kola orijinal, yani petten doldurmuyoruz. Şişe kola, şişe fanta. Bunlar adeti 5 liradır. Всю еду в этом ресторане готовят в печке на дровах. И вот одно из этих блюд Ахмед Уста сейчас достает. Сейчас посмотрим, что здесь за вкуснятина. Патате с ли? Сате из курицы с картошкой. И вот в такой вот печи они готовят все блюда. Поэтому здесь блюда очень вкусные. Друзья, вот такой вот большой выбор еды. И сейчас я вам покажу, что мы выбрали с Айханом сегодня. Обычно мы едим суп, либо берем... Айхан взял... Семизоту, джаджик и булгур. Угу. У меня пиринч, рис, лесной кебаб, орман кебаба и джаджик. Обычно мы берем либо рис, булгур с какими-то дополнениями, с мясом, либо, когда есть не очень хочется, берем суп. Ну и, конечно же, приносят салат, хлеб, воду и можно взять перчик с лимончиком. Всем, кто кушает, приятного аппетита, ну и нам тоже приятного аппетита. Друзья, и особенно летом мы всегда вместе с разными блюдами берем джаджик. Что такое джаджик? Это йогурт, разбавленный с водой. В него также добавляют соль, огурец, иногда добавляют мяту, ну, в общем, по вкусу. И здесь джаджик делают из домашнего йогурта. На самом деле, я вам раньше говорила, что жару очень хорошо утоляет вода с лимонным соком, с натуральным лимоном. Поэтому, когда пьете воду летом, не пейте просто воду, а старайтесь в воду выдавливать всегда лимон. И также одним из блюд джаджик также можно пить. Ну, он напоминает немножко окрошку на самом деле. Очень хорошо утоляет жажду в жару и насыщает. Поэтому советую вам джаджик. Мы также его очень часто делаем дома. Покупной йогурт разбавляем водой. Натираем туда огурец, соль, добавляем мяту, либо какие-то другие приправы. И это потрясающее летнее блюдо. Поэтому пробуйте дома, либо приходите в ресторан и пробуйте в ресторанах. Ну и, конечно же, после еды нам принесли чай. Свежезаваренный турецкий чай. Вы знаете, что турецкий чай пьют вот в таких вот стаканчиках. Айхан! Sen günde kaç tane çay içiyorsun? Kaç bardak? Çok, очень. Айхан пьет очень много чая каждый день. Вот таких вот стаканчиках, тюльпанчиках. И привезли... Yemekten sonra karpuz ikram edelim. После еды... Çok teşekkürler. После еды принесли также арбуз. Арбуз очень, тоже очень хорошо утоляет жажду в жаркую погоду. Поэтому, друзья, всем еще раз приятного аппетита, кто кушает. Sizi Alanya'ya enişlerin yerine davet ediyorum. Umarım her şeyden memnun kalacaksınız. Bizde her şey organik ve doğaldır. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Yan ürün, kötü malzeme kullanmıyoruz. Yemeğimizi tattığınız zaman bizim ayrıcalığımızı anlayacaksınız. Teşekkür ederim. Sizi burada bekliyorum. Hoşçakalın. Ahmet Bey, güzel yemekleriniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok memnun oldum sizi burada gördüğümü.
Çok teşekkür ederim. Senin karman çok güzeldi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ну что, дорогие друзья, мы сытые и довольные. Выходим из ресторана, сейчас отправляемся на пару встреч, и потом идем обратно работать в офис. И знаете, что я вам хочу сказать? Эхан сандвиньи. Да, очень-очень вкусные блюда в этом ресторане, конечно, обалденные. И знаете, что я вам хочу сказать, друзья? Когда вы приезжаете в Турцию, обязательно посещайте вот такие вот... казалось бы, не, но это не туристическое место, а обычный ресторан, обычная столовая. Поэтому обязательно посещайте такие места, и вы увидите именно все самое интересное, вкусное и красивое, что Турция вам может показать. Поэтому ходите, пробуйте традиционные блюда, общайтесь с людьми, узнавайте их историю, откуда они, чем занимались. Потому что, например, этот ресторан, ему 13 лет, представляете? И даже йогурт в этом ресторане, даже джаджик в этом ресторане делается из натурального йогурта. Ну, в общем, мы побежали обратно в офис. На сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Добро пожаловать в Аланию и в Турцию. Пока-пока.